Контролировать предоставление соцуслуг станет проще. Сегодня югорские парламентарии внесли изменения в окружной закон о мерах социальной поддержки. Теперь организации будут предоставлять сведения в единую государственную систему социального обеспечения. База данных будет содержать классификацию мер соцзащиты и перечень категорий ее получателей. Система позволит следить за соблюдением качества предоставления таких услуг. Кроме того, на 10-м заседании Думы выслушали доклад об исполнении регионального бюджета за первое полугодие и рассмотрели предложение по внесению изменений в финансовый документ. Основной акцент был сделан на внутрипрограммном перераспределении. И правительством предлагается около миллиарда ста выделить на выкуп жилья. Также в районе 900 миллионов предлагается направить на повышение зарплаты, поэтапное повышение зарплаты по указам президента. Около 350 миллионов будет выделено на подготовку к осенне-зимнему периоду. Также будет усилено финансирование социальной сферы, социальных программ по бюджету.